Товарищ, я вахты не в силах стоять, сказал кочегар кочегару. Огни в моих топках совсем догорят, котлах не сдержать мне уж пару. Товарищ ушел, он лопату схватил, собравший последние силы. Дверь топки привычным толчком отворил, и пламя его озарило. Окончив кидать, он напился воды, воды опресненной, нечистой. С лица его падал под сажи следы, услышал он речь машиниста. Ты, Бог, ты не кончив, не смеешь бросать, механик тобой недоволен. Ты к доктору должен пойти сказать, лекарство он даст, если болен. На палубу вышел, сознания уже нет, в глазах у него помутилось. Увидел на миг ослепительный свет, упал сердце больше не било. Всю ночь в лазарете покойник лежал, в костюме матроса одетый. В руках восковую свечу он держал, воск таял жарою согретый. К ногам привязали ему колосник, и койкою труп обернули. Пришел корабельный священник старик, и слезы у многих сверкнули. Напрасно старушка ведет сына домой, ей скажут, она зарыдает. А волны бегут от винта за кормой, и след вдали пропадает. А волны бегут от винта за кормой, и след вдали пропадает.